Hech bir ovqat o'z-o'zidan yaxshi yoki yomon bo'lib qolmaydi. Barcha turdagi ovqat mahsulotlari ma'lum miqdorda oziqaviy miqdorga egadir. Faqat nima iste'mol qilayotganimiz emas, balki qancha miqdorda, qachon va qanaqa sharoitda iste'mol qilganimiz muhimdir. To'g'ri ovqatlanishning qoidalari bilan esa bizga nutritsiolog, ya'ni har xil turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining o'zaro va organizm salomatligiga ta'sirini o'rganadigan mutaxassis aytib beradi. Что такое для вас еда? 80% случаев отвечают: это удовольствие. Вообще, почему мы набираем вес? Прилечь куда-нибудь так аккуратненько в уголочек и ничего не делать. Вообще. Этого блюда, которое находится в нашем ошкозане, да? Да. С удовольствием. Мне много есть чего рассказать на самом деле. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, узи. Хош келипсиз. Рахмат. Начнем вообще с того, что такое правильное питание и как к нему прийти, и с чего начать. Не совсем люблю слово «правильное». Скорее, я говорю всегда о здоровом и сбалансированном питании. Потому что правильно это все относительно. Для человека, который ведет здоровый образ жизни, есть определенные четкие задачи. Мы должны сбалансировать рацион настолько, чтобы там присутствовали и белки, и жиры, и углеводы. Но все, чтобы было это правильно, грамотно, сбалансировано. Вот вы сейчас про жиры сказали. Они вообще нужны? Их можно употреблять или нет? Жиры необходимы, потому что это питание для наших клеточек. Вообще, когда я говорю и преподаю, и рассказываю вообще о здоровом питании, я всегда делаю разделение. Есть понятие нутриенты – белки, жиры и углеводы. Белки – это мясо условно, это курица, рыба, говядина, баранина, творог, яйца. И это является строительным материалом для наших клеточек. А жиры – это, ну, все, что жирное, масла и животного жиры происхождения – это питание для наших клеточек. А углеводы – это, конечно же, все, что вот вы видите – крупы, макаронные изделия, хлебобулочные изделия – это углеводы, это является энергией для наших клеточек. Есть жиры правильные и неправильные. Вот это уже другая история. В нашем рационе очень много жиров, да? И мы не всегда можем вот сбалансировать вот этот момент и переедаем жиры. Баранина. Кто сказал, что она повышает холестерин? На сегодняшний день она является правильными жирами. Просто нужно всегда держать это все в балансе. Совершенно верно. Да. Значит, все можно, но в меру. Вот, я за это. И я прошу всегда людей не забывать о клетчатке, то есть о овощах и зелени. Потому что это, во-первых, витамины. То есть через сырые овощи и фрукты мы наполняем наш организм витаминами и микроэлементами. Сырые овощи и фрукты – это наша щеточка для нашего кишечника. Сырые овощи и фрукты – это питание для наших полезных бактерий. А если говорить из источников медицинских, еда на самом деле – источник энергии. В большинстве моих случаев, когда я работаю с людьми, первый мой вопрос, который я задаю – что такое для вас еда? Вы знаете, очень интересно, дети мне отвечают, что это энергия. Это источник энергии, то, что есть. А взрослые люди мне очень часто, 80% случаев отвечают, это удовольствие. Но на самом деле это удовольствие, но это в последний момент. Согласно медицинским источникам, еда, в первую очередь, первый пункт, это поставка энергии в наш организм. Второй момент, это поставка нутриентов, а именно белки, жиры и углеводы. Третий пункт – это поставка витаминов, микро-макроэлементов. Ну и на четвертом вот моменте, вот том самом, это когда наш организм уже насыщается, все это получил, тогда он может говорить, я насытил свой организм, и выделяются те самые гормоны счастья. Но на первом этапе это только энергия, поэтому нужно смотреть на еду только как на энергию в первую очередь. Вообще, почему мы набираем вес? Много получаем энергии, но не совсем хорошо и правильно, и много ее тратим, да? Любая формула на снижение веса – это меньше есть, больше двигаться. Если мы набираем вес, значит, у нас появляется очень много проблем со здоровьем. Это ожирение. Ожирение ведет к сахарному диабету. Проблемы с ожирением ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям. И если мы через здоровый образ жизни начнем налаживать вот эту вот систему своего внутреннего, наших механизмов, то мы избавляемся от этих проблем, становимся здоровыми, красивыми и счастливыми. Пять основных правил.
первое правило. Пьем достаточное количество воды. Чай, кофе, компоты, соки, бульоны – это не вода, это еда. Второе правило – это дробное питание. Каждые 2,5-3 часа. Последний прием пищи за 3 часа до сна. В первую половину дня с утра вы можете съесть углеводы, крупы, может быть, даже хлеб, мясо, там, насыщенный там, шашлык или там, плов. Главное меру, главное знать порции, не переедать. Сочетать его с салатами, то есть большое количество клетчатки, что было обязательно. У клетчатки есть особенность, он наполняет наш желудок и не дает переесть основной еды. Ну а вечером постарайтесь кушать побольше безуглеводной еды, то есть мясо, рыбы или птицы и овощи в любом виде. Либо какая-то большая тарелка салата, но не жареная. Чем больше вы жарите продукт, тем больше вы повышаете его калорийность. Третье правило золотое – это активный образ жизни. Мы начинаем сокращать порции в еде и увеличивать физическую нагрузку. Элементарно, все очень просто. Начинаем с элементарной ходьбы. 30-40 минут ежедневной ходьбы. Вот здесь важна дисциплина. Четвертое правило – это, конечно же, сон. Нам нужно налаживать наш режим. 23:00 – это вот в среднем наше время для того, чтобы мы засыпали. И примерно в 6-7 просыпаться. Ну и пятое правило – пятое правило вы можете сами для себя создавать. На самом деле, наша самая главная задача – это быть счастливыми, здоровыми, красивыми. И здесь пятое правило – это может быть разнообразный подход к себе. То есть кто-то может выбрать для себя культурные массовые мероприятия, кто-то может выбрать для себя активный отдых, кто-то может выбрать для себя чтение книги. То есть вот это вот пятое правило, оно такое, знаете, относительное того, насколько я себя сегодня хочу слышать. Замечали ли вы, когда мы едим много жирного, насыщенного, нам хочется спать, вот так прилечь куда-нибудь, так аккуратненько в уголочек и ничего не делать? Очень много энергии организм тратит на переваривание этой еды. Это нам так кажется, мы же неосознанно это все часто делаем. Мы вот так работаем в работе, это все переели, там, поели, закинули это все. И как это все происходит? А ведь наш организм настолько уникальный. Ведь мы же созданы, чтобы создавать и творить в этом мире что-то, а не спать после еды. И вот здесь, когда мы едим жирную пищу, наш мозг концентрирует все свое внимание на переваривании этого блюда, которое находится в нашем ошкозане, да, в таком, в нашем желудке. И вот пока вот этот процесс переваривания не пройдет вот здесь, мозг не будет дальше концентрироваться на каких-то других задачах. То есть если мы хотим создавать качественную свою жизнь, да, поднимать качество своей жизни, то мы должны следить за качеством нашей еды. Да, и, конечно же, это все совмещать с активным образом жизни. Даже если невозможно выйти куда-нибудь отлучиться, да, пойти позаниматься, можно же это даже на рабочем месте иногда, да, делать. Да, я вот здесь часто говорю о том, что, может быть, можно где-нибудь у вас там в вашей структуре где-то поставить беговую дорожку и по очереди гонять. Но на самом деле, знаете, я понимаю, что многие люди со своими задачами, приходя на работу, делают свои дела, рабочие моменты, и очень часто не остается времени на себя, да? Вот здесь мы всегда можем ведь выбрать какой-то часовой коридор. Ну ведь он же есть, ну правда. Вместо того, чтобы где-то там уткнуться в какие-то социальные сети, да простят меня все, кто пропагандирует социальные сети, да, ведь мы можем эти 20, 30, 40 минут, да выйти вокруг нашего заведения пройтись, да, или как-то с утра на час пораньше проснуться, и выйти на прошашку, не пробежку. Для начала не нужно нам бежать марафонским забегом. Либо вы пришли с работы, но поставьте себе маячок, галочку, что я сегодня должен пройти 20-30 минут, потому что это уважение к своему телу. Я хочу быть здоровым. Вы знаете, ко мне, когда приходят люди на консультацию, они мне говорят, ну вот вы говорите о том, что вот так надо жить, так, так, а ведь сколько вот здесь написано, столько мы и проживем. Я говорю, не спорю, но качество жизни, оно в наших руках.
Да, то ли дело ты пролежишь на своей кровати и будешь ждать своего часа, то ли ты будешь наслаждаться и что-то творить, созидать в этом мире для того, чтобы делать добро и, ну, я не знаю, нести какой-то свет в массы. Желание для всех наших соотечественников. Мы должны где-то в глубине, внутрь себя обратиться к себе и сказать, ведь если я буду здоровым, я намного больше принесу пользы для общества, для народа и так далее. То есть всегда нужно начинать с себя. Я центр круга, и от меня уже идет моя энергия в массы. То есть если я сегодня условно найду время для того, чтобы выйти на прогулку, активно прошагать, я уделю себе внимание, чтобы съесть не жирный плов, а там условно салат с мясом и крупой какой-то, да, допустим, я сейчас просто условно это все говорю, да. Если я уделю себе момент того, что я где-то передохну, где-то не буду бежать вперед, а остановлюсь мыслями, направлю вот это все во благо себя, я буду понимать, что завтра мои дети, мои родители, мой коллектив будет здоровым, потому что я здоровый. Мои люди вокруг будут счастливыми, потому что я здоровый и счастливый. Вот. Обращаясь к народу, я, конечно же, хочу сказать, что через здоровый образ жизни мы становимся действительно здоровыми, красивыми и счастливыми. Я уверена, что когда вы будете понимать, что вы счастливы, вы еще больше будете творить для развития нашего государства. Мы с вами много-много передач сделаем, посвященных этому, потому что людям нужно говорить об этом. Понемногу, да. Маленькими порциями, выставляя реальные планки, идти и доносить до народа вот эту информацию. С удовольствием. Мне много есть чего рассказать на самом деле. Спасибо огромное. Благодарю. Рахмат. Спасибо.